10 февраля, 0 часов 5 минут. Только что на связи был инсайдер. Вот дословно то, что он сказал. Ближайшие 48 часов Харьков будет очень громко. И еще, вы хотели знать, кто за всем этим стоит, вы узнаете и увидите его. Уже очень скоро, 48 часов с территории Харькова. Я спросил, стоит ли беспокоиться мирным Харьковчанам за свою жизнь. Он ответил не более чем всем остальным. Затем он произнес следующую фразу. Конец света говорит сегодня по украински, но это не родной его язык. Я спросил, речь идет о взрыве? Он ответил ⁇ да. Это все, что мне известно.